В Ледовом дворце спорта открыла свои двери для посетителей выставка-продажа меховых изделий от известной отечественной компании «Росмех». Ее шубы и дубленки отличаются высоким качеством и доступной ценой. На выставке представлены все виды меха – благородная норка, мутон, каракуль, шубы и дубленки разнообразных фасонов и стилей. Так что обновку сможет подобрать даже самая искушенная модница. Компания «Росмех» начала работать еще в советское время. В советское время мы одевали как политическую, так и советскую элиту. В наши дни компания представляет более 2000 наименований шуб. Пристальное внимание «Росмех» уделяет стоимости своего товара. Недаром слоган компании – проверенное временем качество и доступные цены. Например, шубы из норки продаются от 25 тысяч рублей, а мутон – от 9,5. Понравилось? Вот шубка понравилась. Сейчас вот еще мутончик померяем и, наверное, скорее всего, вот эту возьмем. А что здесь? Хорошее качество, цены как? Качество хорошее, и цена, в принципе, нормальная, недорого. Ну, по моим деньгам, так как я пенсионерка, за 40 тысяч скидку нам сделали. Вот, довольна. Меховые изделия соответствуют принятым ГОСТам. Кроме того, на весь товар распространяется годовая гарантия. Ну а размер от 38 до 66 позволит не стеснять себя в выборе как девушкам с хрупкой фигурой, так и роскошным дамам. Качество мне понравилось, мои шубы, и цена понравилась, поэтому я решила оформить и купить, поносить, радоваться. Красивая шуба? Очень красивая. Выставка-продажа будет работать в Ледовом дворце с 25 по 28 сентября. Действует гибкая система скидок. К тому же любую обновку можно купить в кредит. Процедура займет считанные минуты.